Друзья мои, с вами поэт Максим Федин. Сегодня, 19 мая, власти Республики Алтай будут судить Аруну. Ей грозит до 15 суток ареста. Суд назначен в Усть-Коксе, а не в Горно-Алтайске, где Аруна проживает. Переноса суда по месту жительства не состоялось. Это сделано специально, чтобы бедная Аруна проехала лишние 350 километров в один конец и 350 километров обратно. Бедной девушке повредили руку, а теперь пытаются посадить. Вы что творите? Власти Республики Алтай, вы позоритесь на всю Россию. Аруна – общественный деятель и активно защищает природу и лес Алтая от вырубки. Прекратите этот позор. Свободу Аруне! Руки прочь от Аруны!